ваш учитель, то может быть сразу, чтобы потом не возвращаться, да переговорить, ну, сразу допросить бы дополнительно по памяти, то, что вот вы в этом протоколе осмотра следователям осмотрены, вот эти телефоны, и следователь там делает вывод, что вот эти контакты, там номера телефонов, Настенька, Негр, и были звонки, и подводит к тому, что очень тесная была взаимосвязь и тому подобное. Хотя на самом деле, потом, когда ознакомились с материалами дела, номера телефонов не соответствуют. И в его в телефонной книге Негр человек, это совершенно другой, а не присутствующий. И номера телефонов... Он не негр, он нигер, прошу. Ходатайство о недопустимости вот этого выбора. Потому что следует... Ну, конечно. И далее, здесь есть негр. Вон, негр черный. А кто это такой? Что он человек? Какой толерант? Да. Он абсолютно нормальный. Он. И, я, например, сейчас и не помню, в отношении у кого-то звучало, что... Кто из вас не идет? Ну, представь. Называют так иногда. Ну, знаете, я понял. Причем нигер. Как к определенному человеку относится, а нигер это как проступок. Это не правда. Считает, что мы с ним знакомы из-за того, что негр, у меня запись была. Все. Понятно. Принято. И делает вывод в связи с этим отец. Банда. Да. Банда на лицо. Поэтому я...